Внешность, религия и политические взгляды. 56% работодателей признались в желании задать соискателям неудобные вопросы на собеседовании. Такие данные проводит федеральный сервис по поиску работы. Среди самых популярных некорректных вопросов числятся также темы личной жизни. 43% рекрутеров хотели бы знать о планах на создание семьи и рождение детей. 35% о семейном положении. Еще 13% о сексуальной ориентации потенциального сотрудника. Меньше всего работодателей интересует национальность и знак зодиака кандидата на должность. Мы решили узнать у кировчан, какие вопросы они считают неудобными, и провели опрос в соцсетях. Тему рождения детей считают неуместными 34% проголосовавших. 21% уверен, что неприлично спрашивать о сексуальной ориентации. Еще 10% отнесли к неудобным вопросам разговоры о политических взглядах. А какие темы считают неприличными горожане на улицах, узнаем из нашей постоянной рубрики «Мобильный журналист». Меня один раз спросили, какой гендер, натуральности, вы поняли. Ориентации, вот. Гей ли вы, в смысле? Да, меня раз спросили. Тебя это смутило? Ну да. Зачем вот при устройстве на работу меня это спрашивали? Ну, меня это смутило. Я сказал, конечно же, правду, типа, то, что так и так, но все равно как-то осадочек такой неприятный. Ну, они были странные. Например? По поводу того, кто дает денег на проезд и работу. Про личные отношения, про семью очень часто спрашивают. И про опыт с предыдущими работодателями. Ну так, иногда это очень навязчиво. Наверное, в плане одежды. В плане какой-то, не знаю, по тону, наверное. В плане, если вас спросят про вашу внешность, вы имеете? Ну и внешний вид, и конкретно одежда, в которой вы одеваетесь. Замужем ли я, с ребенком ли я и так далее. Соответственно, если ребенок есть, это плохо, потому что это ребенок, будут больничные. Если ребенка нет, но есть потенциальная его возможность, значит, будет декретный отпуск, а это как бы тоже нехорошо. Ну, этот вопрос не то чтобы неуместен, он просто нарочито, стереотипно навязан, что ли, на собеседование. Были вопросы по социальному положению даже. Сколько денег у вас сейчас или что? Вообще, к какому классу и так далее, примерно, относишься? К какому классу? Ну, как там, да, проживает ваша семья, какой, достаточно там, средств достаточно? Религию, да, национальность. Какая религия, какой партии относитесь? Мне кажется, что, может быть, когда на собеседовании просят какие-то действия совершить, там, например, сходи вот в тот кабинет, продай ручку там сотруднику, например. То есть это, ну, такой выход из зоны комфорта и такая очень максимально стрессовая ситуация. Мне было это неприятно.